заметить, что редактор был человеком начитанным и умело указывал свои речи на древних историков. Например... На знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что там место 15-й книги, главе 44-й, знаменитых тацитовых анналов, где говорится о казни Иисуса. Есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка. Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза. И лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду. Нет ни одной восточной религии, говорил Берлиоз, который, как правило, непорочное дело не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор. Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее. И по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, которая может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного.